акварельной техники. Видите, они присутствуют везде. Цель диплома – создание запоминающегося фирменного стиля, который помог бы цветочной лавке стать конкурентоспособной и привлечь потенциальных клиентов. Цветы – это всегда приятный и красивый подарок, который можно преподнести практически в любой ситуации. Очень важно, чтобы в цветочной лавке ждала уютная обстановка, широкий ассортимент, всегда качественные свежие цветы и высококвалифицированные продавцы-флористы. В связи с каждодневным появлением конкуренции на рынке цветов необходима реклама с броской, понятной клиенту и цепляющей взгляды людей информации. Во время поисков конкурентов удалось обнаружить довольно много цветочных лавок, ведущих активную маркетинговую и рекламную политику. Из этого необходимо сделать вывод, что на рынке цветов спрос на данного рода услуги в настоящий момент крайне высок. Фирменный стиль является одним из главных направлений деятельности в современном графическом дизайне. Слово «букет» в переводе с французского означает «роща или сок». Это группа из гармонично сочетающихся друг с другом цветочных растений, собранных в определенной технике и перевязанных лентой. Самые древние цветочные композиции появились официально в Японии, прославившиеся на весь мир искусством икебана. Япония имеет давнюю традицию составления композиций. Достоверные сведения о наличии школы икебана относятся к XI веку. В наше время дизайн букетов становится все более и более индивидуальным. Часто практикуется смешение стилей и материалов. Букеты начинают появляться неожиданные аксессуары. Разработка концепции рекламного информационного комплекса цветочной лавки «Мурс» привела к проектированию логотипа, фирменного стиля, визиток, бланка, диска, конверта, бумажных пакетов, автомобиля службы доставки и клетки. Фирменный стиль становится узнаваемым для цветовой истории, когда она видит привычные цвета, формы, шрифты, логотипы. Цветовая гамма. Проекты – это серый цвет в сочетании с розовыми тонами и полутонами. Вся цветовая гамма гармонично сочетается между собой. Серый в сочетании с розовым цветом уравновешивают, гармонируют друг с другом. При разработке дизайна шла работа над поиском шрифта. Шрифт должен ассоциативно отвечать выбранной теме. В данном дизайн-проекте используется гравитура робота различных начертаний. Шрифт без засечек. Читаем. Фирменный знак. Актуальное создание знака для цветочной лавки Блумс вызвано потребностью выделиться на фоне других салонов, лавок города и, возможно, страны. Для начала следует определить, каким будет знак – словесным, изобразительным или комбинированным. Для данного проекта все же уместно разработать словесный знак. Конкретное словесное обозначение легко запоминается. В качестве логотипа название цветочной лавки с двумя линиями. Визитные карточки. К основным задачам визитной карточки относятся информационные представительства. Визитка является незаменимым средством для знакомства. При получении визитки человек, посмотрев на нее, должен испытывать положительные эмоции. В данном проекте один вид визитной карточки. Формат карточки 90 на 50 мм. Шрифт используется роботом. Фон карточки выполнен в фирменном сером цвете. С одной стороны, это серый фон, цветы акварельной техники, заключающие в себе логотип. С обратной стороны, фон поделен на две части. Серый также выполнен с логотипом и белый, представляющий всю необходимую информацию. Также предоставлен фирменный бланк, конверт, диск и остальные носители. Также разработан примерный дизайн формы группы. Поставленная задача разработки рекламно-графического комплекса цветочной лавки «Блумс» решена. В процессе выполнения было все учтено. Эргономические и технологические требования. Макеты печатной продукции экономичные. Данный проект готов к воплощению в жизнь. И хотелось, чтобы проект цветочной лавки «Блумс» приобрел свой собственный стиль и являлся на фоне других конкурирующих лавок и салонов.
прошу прощения, что я все зашла. И спасибо большое. Да, переходим к вопросу. Скажите, пожалуйста, у вас жюри и сам логотип шли из них отличаются или нет? Еще раз, жюри шли. Логотип или вместе? Да, да. Нет, роботы в разных... Вы про выпуски не знаете, что так нельзя делать? Я вот не скрипела. Но весь текст везде выполнен уже засеченный, чтобы отличался от этого. Служебный нужно было выпускать. Уникальный ваш, кажется, как робот. Еще надо защитить, догнать и еще и научить. Какие соображения мы нам впредь сделали в этой спасибо? Чисто визуально? Нет, хочу поможет, зачем? Ну, как в подписи. Просто о чем вы думали, когда вы делали ремонтчик, я понимаю. А мне интересно, почему вы взяли такую. Они даже всегда повторяют как оглавление буклетов. Цвет замечательный. Форма, она абсолютно не дискутирована. Вы нам представляете в качестве стилеографа. Сейчас есть венчик, есть лента, да, которая завязана. Пластичная все. Вот. И все такое кругленькое, зелененькое. Вот такие треугольники, но в третьей. Да, главное, не будет больше. Мы о чем-то думаем, поэтому спрашиваем. Для привлечения внимания более фронтально. Ясно. Да, Николай, мне очень понравилась фотография. Саша? Через никаких там съемок мы не видели специально. Но я провела долгую часть моей работы в поиске подходящих иллюстраций. Понятно. Чтобы все было гармонично. Так, ну что, двигаемся дальше, друзья.